Всем привет, дорогие зрители! Нашел Махмуд Лары няшку-мяшку двухкомнатную квартирку. Обставлена квартирка под ключ. Новостройки. На верхнем этаже проекта, с которого смотрят в южную сторону. Так, у нас вход в эту резиденцию отсюда. Я уже здесь ролик снимал, здесь продавались квартиры, уже продались, остались две квартиры. Пустые. На данный момент есть обставлена квартира. Вот такой голубой проект, который называется Голубой Тавер, Blue Tower. Здесь у нас вход. Так, здесь открытая парковка, также открытая парковка с этой стороны. Отсюда расстояние до моря максимум 845 метров, дорогие зрители. Есть инфраструктура, кроме турецкой бани и открытого бассейна. Тут вот такая беседочка, детская игровая площадочка, бассейничка, такой вот. Здесь античный город Наула. Квартиры я вам покажу. Детский бассейн, просторный бассейн, не маленький для взрослых. Так, такое здание, как полумесяц. Инфраструктура еще не готова, полтора месяца говорят, но, скажем, два месяца еще осталось до сдачи этого проекта. Но уже живут в этом. В этой резиденции айдат, наверное, будет 350 лир, как мне сказали. Ниже не скажем, скажем выше. Иду я в этот блок. Ага. Здесь такое лобби будет у нас. Здесь что-то поставят, там стульчик, диванчик. Здесь что-то будет. 3D фотки я вложу в ролик про инфраструктуру. Здесь у нас два лифта. Инфраструктура будет на нижнем этаже. Спускайтесь с лифта, и вот здесь там вся инфраструктура. И в той стороне есть инфраструктура. Здесь будет у нас детская игровая комната, сауна, фитнес, римская парная. И вроде все. И джакузи, джакузи. Поднимаемся на верхний этаж. Значит, квартира у нас в этой стороне. Входим в квартиру. Красота. Мне все уже нравится. Света нету. Или придется там палец поставить туда. Так, у нас света нету. Тут у нас санузел. Altus бытовая техника, такая душевая кабинка. И здесь у нас уник. Такая кухня в голубых оценках. Бытовая техника Alpina, духовка, плита, вытяжка. Остальное все Altus. Здесь у нас, наверное, есть доводчики. Сейчас глянем. Есть доводчики. Вот. Это зеленый цвет, по камере что-то не видно. Такой вот дизайн. Телевизор фирмы Avox. И здесь у нас спальня. 65 квадратных метров. Брутто, с балконом вместе. Жилая площадь есть тут где-то 52 квадратных метра. Спальня просторная, не маленькая. Где-то тут 14 квадратных метров минимум. Такой платяной шкаф. Ну как вам квартирка? Ой, черт, там я забыл все. Короче, этот я балкон вам покажу. Забрал, никто не видел. Давайте с этой стороны. Шумоизоляция хорошая, просторный балкон. Так, вот такой балкон. Южная сторона. Юг,
юго-запад, так скажем. Время съемки 5 часов, 17:00. Вот, вид на Наул. Этот вид у вас никогда не закроется. Здесь запрещено строить 50 метров на расстоянии от античного города Наура. Даже видно море. Не знаю, наверное, когда там закроется впереди. Но там кусочек моря видно между вот этим зеленым зданием. Так. И вид на небо. Там освещение, тут освещение. Так. Угу, красиво так. Дорогие зрители, как вам квартирка, конфетка, няшка, мяшка? 65 квадратных метров брутто, 52 квадратных метра жилая площадь. Инфраструктуру сейчас я поставлю 3D фотки в конце ролика. Досмотрите до конца. Цена этой квартиры 64 999 евро. Скидочку я вам добьюсь. Так что звоните. С вами был мистер Агасси, Солнечная Лань, район Махмутлар. Всем пока-пока.